Опа, нифига себе, тут все квадратное. Кстати, да, всем приветики, ребят. Ну что, давайте посмотрим, что тут у вас интересненького. Та-та-та-та-та, где же я? Стикмен, играю в Майнкрафт. Ху-ху-ху. Так, это какая-то деревенька. А ты кто такой? Я Нубик, а ты кто такой? Я Стикмен, приятно познакомиться. Давай лапу сюда, мне будем сейчас с тобой здороваться по-мужски. Так, заходи ко мне, заходи ко мне, у меня тут дверь есть. А вот эта дверь, вот эта? Или нет, это не дверь? Нет, вот здесь дверь, вот здесь, ну-ка, с другой ну-ка. Стороны обойди. О, видал? Слушай, это мой дом, как тебе мой дом? Ну, классный дом, мне капец мне нравится, а как выйти из него? А как из него выйти? А выйти из него, вот смотри вот на эту штуку, в общем, встаешь, а она тебя выбрасывает. О! Вот так вот? Надо выбросить да, да, тебя? Да. О, слушай, да. Блин, офигительно, мне очень нравится. Да? Это как эти американские горки, да, в Майнкрафте получается? Да, это как американские горки. Блин, прикольно, а это что? О, это что за палка такая? Это меч. Меч? Ну ладно, я не буду трогать, я, наверное, назад положу, чтобы... Так, кстати, это же твой, правильно? Правильно. Да. Ой, опять меня выкинуло. А что? Слушай, этот, а как тебя звать-то, Нуб, да? Меня зовут Нубик, да. Да, меня зовут Стикмен, короче. Я этот... Я в Майнкрафт вообще первый раз играю. Я зашел посмотреть, что тут. Ага, мне вообще капец как нравится. Давай дружить со мной, давай со мной дружить. Давай, мы же уже дружим. Я думал, мы уже ура, дружим. Ура, у меня друг есть. Да, мы уже полторы минуты друзья лучшие. Так, пойдем этот, что еще интересненького тут у вас есть, так сказать? В общем, смотри, у нас есть парк аттракционов, я тебе могу туда отвезти, и мы с тобой вместе покатаемся на горках американцев. Парк, это где американские горки, где там попкорн? Попкорн? Да. Да, там все есть, все есть. Блин, а этот, ну сходим давай, а это твой домик тоже? Нет, это домик не мой, это домик жителя, домик. Здесь житель живет. Так, житель, а вот это что, это жителя? Что-то, блин, прикольные вещи. Это кирка, да, ей можно добывать. Да, а что можно добыть? А можно вот добыть немножко камня? Можно. Можно? Тихо, стой. А что? Хорошо, что у меня камни были. А это что такое? Не надо, это лава, не ломай. Ну, это лава, мы сгореть можем, ее нельзя ее ломать. Блин, она горячая, что ли? Да? Понятно. Да ладно, тебе о лаве, пойдем в этот, с тобой на американские горки покатаемся. Ох, ну, блин, пойдем. Слушай, кстати, говорят, я хотел что спросить, я слышал, да, что да. Этот, вот ты нуб, есть еще какой-то про вроде в Майнкрафте, да, говорят, круто. Да, есть про. Блин, а кто вот из вас лучше играет-то, нуб или про? Нуб лучше играет. Ну, блин, ну ладно, поверьте. Но все равно нужно все-таки уточнить. Может быть, ребят в комментах напишут, кто круче, нуб или про, как думаешь? Нуб. Ну ладно, вы, ребят, голосуйте за нуба. Я тоже за нуба, в принципе, голосую. Но если вы не согласны, пишите в комментах про. Вот, ну не в обиду тебе, так сказать, не в обиду, да? Вот. Да. И этот. Что-то еще хотел попросить, слушай, может лайк поставят еще, не? Как думаешь? Если попросишь, хорошо, то поставим. Давайте, ребят, ну, помогите лайком-то поставьте. Вот, а мы побежали, пока вы ставите лайк, мы побежали на американских горках кататься. Погнали, вон там или вон побежали. Там? Побежали. Нет, пойдем, побежали за мной. А, побежали. Вон там американские горки есть. Ух, чувствую, сейчас будет прикольно. Это вот этот вот енотик, да? Да. Блин, он выглядит таким добрым. Не, он выглядит добрым, но лучше к нему не надо подходить, они очень страшные. Опа, а это что за сундук, смотри, тут сокровища какие-то. О, ну-ка. Давай посмотрим. О, два меча как раз для нас. Это меч, чтобы драться? Да. Блин, я думал, мы на горках покатаемся, а что, мы драться будем, что ли? Мы сейчас с ними подеремся и будем кататься, так что пойдем. Точно будем кататься? Ну давай. Пойдем. А смотри, стой, смотри. Прячься, если он злой, правда. Смотри, у меня есть пушка вот такая вот, я ей могу стрелять. Вау. Давай я его попробую сейчас этой пушкой моей застрелить. Она стреляет красками, смотри. Да? Давай, прямо вот сюда. Стреляй. Давай, убивай его. Блин, что-то он как-то не убивает. Почти. Ну-ка. Вот он. Все. Ура. Всё, да. В общем, видишь? Вот теперь можем с тобой спокойно кататься. Блин, ура, смотри, это мои краски, короче, вот это видишь в стене? Немного изляпалось, вот, но я думаю, ничего страшного, да? Вот тут они. А, да ничего страшного. А, это что такое? Давай посмотрим. Так. А, нажмите кнопку, чтобы запустить фейерверки. А тут фейерверки есть? Ну-ка. Давай. Да, нажимай. А где? Ну-ка. Полетели! Вон! Сзади ты пропустил? Во, вижу. Давай вот так еще много раз нажмем. Давай. О, смотри, сколько полетело! Фига, давай еще, давай. Еще, давай. Ух ты! Еще хочу! Нифига себе!
Вау! Офигеть! Ну ладно, все, пойдем кататься уже, блин. Пойдем, пойдем, да, я тоже хочу на горке какой-нибудь прокатиться. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Еще два, еще два, еще два. Еще два? Где? Да, вон они. А у тебя пушка осталась еще? Пушка осталась. Так, начинаю стрелять. Давай, давай, убивай их. Начинаю стрелять. Давай, ты мечом помогай, а я пушкой. Давай, давай. У меня, конечно, она слабенькая, но я думаю, блин, ну так, так вот. Ну ладно. Угу. Так, нам нужно покататься. Смотри, смотри, а я туда хочу. Вон, видишь, там алмазы. Да? Это алмазы, я же, да? Я туда хочу. Это алмазы, да? Если у нас меч алмазный, то получается все, что вот этого цвета, оно алмазное? Оно алмазное. Мы можем с собой их забрать, эти алмазы. У меня же кирка есть, кирка. О, да? Точно, у тебя кирка есть, чтобы давай, добывать алмазы, все, мы можем пойдем туда. Вон еще один аниматроник. Еще один. Стреляй в него. Стреляю. Там еще сверху еще один, блин, только осторожно. Ой, давай наверх не по. Осторожно, сзади, сзади. Пипец, блин. Вали его мечом, мечом вали. Там еще вон сверху. Все, я его завалил. Стреляют сверху. Они стреляют. Так, сейчас я по ним буду стрелять. Блин, смотри, ребята. Смотри, чтобы тебя не убили только. Да. Блин, ой, меня. Ой, о, тихо, все. Мало сердечек. Все. Фу! У тебя еда не осталось еды? Еда, нормально все, нормально с едой все. А у тебя? Да. У тебя? А у меня есть 3 яблока, есть. Если нужно, я тебе дам. У меня тоже три. Блин, там последний, ну ладно, пофиг, мы его не можем убить, да. И он нас тоже. Пойдем. Ой, блин, еще два! Блин, фига он стреляется, тебе нужно из пушки в него, блин, стрелять, потому что мы не сможем спуститься. У меня патроны закончились. Блин. Давай обойдем их, давай обойдем вот тут. Ух, блин, а чё они такие злые, блин, мы же им ничего не сделали. Что за фигня вообще? Я не знаю. Кто такие, да, сзади? Давай вот сюда. За этот, запрыгнул? Блин, теперь запрыгнуть не могу. Вот, смотри, я вот так вот. Ну или давай сломаем реально. Давай сломаем. Блин, не хочется, конечно, парк ломать такой офигенный, ну что поделать-то? Ну ладно, пойдем. Давай. Так, я видел там еще вон, видишь, ходи. Давай на крыше встанем вот тут, на крыше, или спрячемся вот сюда. Так. И напрыгнем на него, напрыгнем. Давай. Ох, ну все, тебе не жить. Ладно, смотри, чтобы он нас не заметил. О, полетели! Так, убили. Фига, ты его сразу убил, давай я этого тоже убил. Нет, там их много, там бежим. Их много. Да, бежим. Спрячемся куда-нибудь. Они стреляющиеся, ну их нафиг, давай, ты где? Все, я спрятался. Обезьяна, еще, блин. А ты где? Я тебя потерял. Блин, мы потерялись, я дальше прошел. Вот, Пец. Вон, я тут, ты не в ту сторону. Пойдем. Не уходи. Так, какая-то комната, я не знаю, что это. Тут вагонетка есть. Ну потом покатаемся. Давай вот тут обойдем. Залезай. Капец, блин, а что им надо в этом парке вообще? Что за фигня? Я не знаю, что они. Я тут уже катался на горках, их до этого не было, а сейчас они появились. Пойдем вот в этого большого человечка, который на меня похож. Это кто, кстати? Пойдем. Вот этот большой. Это какой-то монстр. Сейчас. Что? Я пока не вижу, я тебя догнать не могу. А, догоняй. О, вот этот? Да. Это монстр, да. Ой, блин, прикольно. Так, вот эту кнопку-то нажать, чтобы подняться, да, в него? Да. Ну-ка. А я? Ой, я тоже поднялся. Мы вместе поднялись. Так, давай посмотрим, что тут в нем, у него в голове, да. Пойдем посмотрим. Это что? Это тортики, смотри, тортики нам поставили. Тортики. Блин, я чуть-чуть с собой заберу на всякий случай, чтобы поесть попозже, да? Да. Блин, все, пойдем. Отлично. Пойдем. Ну нормально, сейчас еще алмазов накопаем, будет вообще офигенно. Все, нам алмазы нужны. Ага, первый раз в Майнкрафт зашел, ребята, тут, блин, пьяска. Фига там алмазов. Так, вот они, сейчас будем их копать. Давай. Это кто? Кто там? Я не знаю. Это аниматроник тоже, бей его. Давай, валим. А что он тут делает? Убивай его, он, да, видно, охраняет эти алмазы. Блин, охранник алмазов, блин. Убивай его. Это наши алмазы? Блин, фигам сильный. Это наши алмазы теперь будут. Это наши алмазы. Капец, он реально сильный какой-то, а это все такие сильные в Майнкрафте? Да, они сильные. Убивай его. Убивай, блин, или может... Все. Бери кирку, давай, добывай, так. В общем, я посмотрю, нет ли никого. Добывай. Так. А тут в сундуке какая-то штука, смотри, какая-то штука. Такое? Вот. А где она? А вот а я, где? Вот. Это что такое? Это переносить блоки. Их можно переносить. Да? А как? Да. А как? А, нет. Это пушка портала. То есть смотри, ты один портал, допустим, ставишь сюда, а потом куда-нибудь вот туда, вот где горки. Вот, и мы туда переносимся, в общем. Это быстрее будет переходить, так что портал не... Да, добывай пока блоки. Нам надо в деревню с собой взять. Мы тебе дом построим из этих блоков. Да, слушай, красивые блоки, мне вообще нравятся, давай, построим. Да, набирай их. Давай, я набираю. А, блин, а он этот не проснется? Если он...
Он, кстати, может проснуться, так что нам нужно побыстрее. Да, давай, давай вот столько возьмем, блин, чуть-чуть оставим. Так, чуть-чуть. А все, давай. А вот сейчас можно порталом нам. Портал, вон на ту горку, да, которая огненная горка. Да. Я хочу на огненную. Во. Так, ну-ка. Оп, я все, я на ней, я на ней. Вау. Блин, ну она огненная. Как будем кататься, если она огненная? Блин, ну. Здесь огонь нас не должен сжечь. Думаешь? Блин, еще один. Еще один. Давай. Это такой же, как босс был, как босс, да? Все, все, его больше нет, да. Блин, вон опять стреляющиеся эти тупые, блин. А, капец. Да. Смотри. Смотри. Что это за рычажок такой? Можно я нажму? Ой. А, нет. Подожди. А мы сейчас... Он огонь потушил. Мы сейчас огонь потушим? Да. Блин. А его надо потушить или нет? Я просто не знаю. А, нет, 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 он сейчас не потушится. Я просто забыл, я уже не катался еще на такой горке. Вот. Смотри, нужно поставить нам две лодки и скатиться. Мы в огонь с тобой не попадем. А лодки эти находятся в сундуке. А, так блин, я не хочу на лодке кататься. Давай дальше, лучше пройдем, покатаемся на чем-нибудь крутом. Дальше? Да. Да, ну, хочешь, пойдем. Капец, ладно, я лодку с собой взял. А смотри, сколько там аниматроников внизу, желтых каких-то. Такс, такс, такс. И что же мы будем с ними делать? Может, поищем какую-то, не знаю, какую-то бомбу. Бомбу, давай найдем бомбу. Да, бомбу, я обожаю просто бомбы. Может, тут есть что? Как-то да, так, может быть. Я не знаю, тут какая-то фигня, какие-то шапки. Ух ты, тут миниган есть. Какая красивая шапка, ребят, просто офигительная. Посмотрите, какой в ней красивый. Миниган, это что такое? Да, это крутое оружие, бери. Вот. Вот это вот? Да. Подожди-ка. А это пулемет, что ли? Это пулемет. О, так офигенно. Так, ну-ка. Давай, стреляем, стреляем. Нифига себе не крутится, смешно. Да. Офигенно. Пойдем дальше. Пойдем, пойдем, пойдем. Слушай, а с таким сильным оружием нам вообще можно ничего не бояться? Давай, давай, стреляй. Фига. Ой, я там сразу четверых убил. Давай, выходи, давай, давай вперед, на эту раз, стену. Два, три, погнали. Фигарим их, фигарим. Ой. Разлетается. Убивай, убивай. Ой, не меня, не меня, не меня, пожалуйста, не убивайте стой, меня. Стой, стой, стой. Тебя не убивают, все нормально. А, да? Ну ладно. Так, смотри. О, вертолет. 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 О, мы на этом вертолете с тобой домой. Ой, случайно. Мы на этом вертолете с тобой домой полетим. Да, а можно я поведу? Можно я поведу вертолет? Да, ты умеешь летать? Ну, конечно, умею. Ты, ну ладно, все тогда, так, хорошо. Да... Портал делаю, давай. Портал делай и портал. Вот сюда. Оп. Заходим. Так, оп. Надо прокопать, да? Прокопать надо? Да. Так, давай, сейчас я прокопаю. Блин, в Майнкрафте, ребят, честно говоря, еще не совсем профессионал, но вот вроде я прокопал туда, куда надо, да? Так, нам теперь нужно наверх попасть. Да, нужно на вертолете как-то пролететь. А почему у меня... А, показалось, что тортик в землю превратился. Так, смотри, а как же мы наверх-то попадем? Нужно построить лестницу, да? Тут мы, да, оп, можно лестницу. Оп. Вот, вот. Давай, так, я сажусь за вертолет. Ты тоже садись. Ты сел? Да. Так, ну я не знаю, честно говоря, я куда-то вроде взлетаю. Так, о, да, да! Фига! Полетели, все, полетели тогда в деревню, да? Я примерно помню. Да, 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 полетели в деревню, полетели. Так, мы шли вроде через пустыню, да, через пустыню. Да, да, да. Да, помнишь, мы еще здесь фейерверки запускали? Да, 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 вот тут, вот тут, вот тут. Ну что, полетели тогда в деревню? Все, да, да, да. Ух, ребят, слушайте, ну офигенно, мне Майнкрафт очень нравится. Если вы хотите, чтобы я больше играл в Майнкрафт, то ставьте свои лайки, естественно. Вот, подписывайтесь на канал Нубика и на мой канал. И все получается, да, всем пока говорить надо, всем пока. Да, 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 ребят, всем пока. Ох, всем пока.